Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы высказать свою мысль такую по поводу партии Шария и самого Шария. Это субъективное мое такое мнение, субъективные мои мысли. Я считаю, что партия Шария и движение это получило первого, так сказать, мученика. Первого человека, который, по их словам, пострадал за их идею, за идеалы, как бы, этой партии. Все движется по накатанной, все движется по технологиям, которые были издревле, так как всякое движение, всякая вера, всякая секта, всякое политическое какое-то образование должно иметь жертву, которая жертву мученика, который пострадал физически за эту идею, за этот смысл какой-то, который понятен только этим людям. Иначе идея, вера, какое-то образование идейное не может быть без мученика. Иначе оно неполноценно и считается только теоретически. Теоретически. То есть на словах. А когда когда у него появляется мученик, когда этот мученик страдает, и по словам тех, кто стоит за этим мучеником, по словам их, это мученик за правду, за светлые какие-то идеалы, это движение получает новый толчок, новое как бы дыхание. И это дыхание появилось у этой партии, так как начинают раскручивать этого мученика, этого страдальца за идеи светлые, за светлую какую-то общность, по их словам. На мой субъективный взгляд, это подобие всех технологий, которые были издревле, начиная от каких-то малых сект и тому подобное. Даже та же самая Жанна д'Арк, и та, это мученик для тех, кто за ней идет, тех, кто верит в какие-то идеалы. Вот такие подобия Жанны д'Арк и сейчас получил Шари. Я считаю, что это все постановочное действие. Понятно, что это жертва, это человек, это рядовой обыватель этой партии. Это человек пострадавший. И не дай бог никому из нас такого. Но что за этим стоит? Вспомним, как убивали на Майдане, как сразу придавало новое дыхание. Не убийство Негояна предало новое дыхание этой революционной деятельности. Так и тут. Это все откатанные технологии. Откатаны они уже годами, веками. Без мученика любая идея, любая вера — это пустое. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение.